Те, кто выпил и сел за руль, вряд ли смог далеко уехать в минувшие выходные. Сотрудники ДПС в праздничные дни несли службу в усиленном режиме. А в предпраздничную пятницу практически весь личный состав госавтоинспекции был задействован в рейде. Среди водителей искали тех, кто в преддверии 23 февраля сел за руль в нетрезвом виде. О предпраздничном рейде тамбовских водителей предупреждали во всех средствах массовой информации. Его целью, как говорят сотрудники ДПС, было не поймать как можно больше пьяных, а предупредить дорожно-транспортные происшествия, которые происходят из-за вождения в нетрезвом виде. Счастливого пути, с наступающим! Рейд проходил в рамках месячника безопасности, объявленного в Тамбовской области. Чтобы проверить как можно больше водителей, помимо сотрудников ДПС, в нем участвовали сотрудники других подразделений. Для того, чтобы в преддверии праздника Дня защитника Отечества, во-первых, проверить водителей, в каком они находятся состоянии, это прежде всего основная цель мероприятия, то есть профилактика правонарушений и профилактика аварийности с участием нетрезвых водителей, а также мероприятия, направленные на профилактику аварийности с участием детей. В результате за предпраздничный день и два выходных было выявлено более 650 нарушений правил дорожного движения. 41 водитель управлял автомобилем в нетрезвом виде, 8 без прав на вождение.